Для этого разработчики взяли японскую систему кайдзен, которая фокусирует внимание на непрерывном совершенствовании процессов производства и адаптировали ее под русский менталитет. По словам разработчиков, программу уже успешно опробовали на предприятиях как в России, так и за рубежом. Не секрет, что сегодня все очень быстро меняется. Жизнь меняется со сумасшедшими темпами. И мы начинаем сталкиваться с какими-то проблемами, потерями, с неэффективностью. И как увидеть то, что мешает нам нормально работать, быстро, хорошо, эффективно, безопасно, и какими инструментами можно с этими проблемами справиться, вот это мы учим. К слову, первая компания в нашем городе начнет пользоваться услугами нового центра уже в октябре. Ее сотрудников обещают научить оптимизации и серьезному ускорению всех процессов, которые позволят получить весомый прирост в прибыли.